Всем хаюшки! Welcome на канал RobloCamp. И сегодня в Adopt Me появился новый дом Иглу и морозная мебель. Adopt Me, как знали, задание недавно появилось на доске «Купите новый дом». И сегодня решила сделать обзорчик по новому дому, чтобы вы имели представление, какая обстановочка внутри. А вдруг вам не понравится, зачем покупать? Ну, погнали! Прайс нашего дома 2999 баксов. Покупаем! Задание выполнено, о, 100 баксиков компенсировало. Ребят, вот этот цвет, который вы выбираете, это огоньки на елке, то есть меняете, как вам вздумается, хотите зеленый, хотите красный, хотите золотые. С одной стороны композиция из снеговичков, а с другой стороны новогодняя елочка с огоньками. Снаружи он кажется очень маленьким, аккуратненьким, из дымохода идет дымок, ощущение уюта и комфорта. Ну что, go room tour, коридорчик. Вы попадаете в огромный новогодний зал с камином в центре, с елочкой, с нежными фигурками. Очень прикольно, на мой взгляд, можно присесть вечерком пообщаться с друзьями и погреться возле камина. Три двери. Я сначала пойду налево. Заходим, и здесь у нас кухня с новой морозной мебелью. Прикольно, удобное расположение, ледяной стол и кресло. Симпотно смотрятся, неплохо. На кухне имеются две дополнительные комнатки. Первая небольшая комната, будете уже продумывать при обустройке, что вы хотите здесь увидеть. И вторая комнатка, она такая же по размеру. Пойдемте дальше смотреть, что тут еще интересного. Идем в центральную дверь. Здесь коридор и три комнаты. Дом снаружи такой маленький, даже представить не могла, что здесь столько комнат. Прямо по коридорчику. Вау, ребятки, вы посмотрите, какая крутая кроватка для пэтов, ледяная. Мне она очень нравится. Тут у нас такое ледяное освещение, снеговички, но кроватка это топчик. Пойдемте во вторую комнату. Ого, как ярко. Обои красные, с новогодними подарочками. Комната для пэтов, ледяные мисочки с едой для пэтов. Ребят, вы только взгляните, какая кроватка. Очаровашка. Левик, тебе там удобно? Спрятался, и одна мордаха видна. А здесь еще одна комната. О, это ванная комната. И здесь имеется уже ледяной душ новый. Окей. Третья комната. О, это комната для взрослых и сделана в таком же стиле, как и детская. Я сейчас большая, могу прилечь и поспать. И здесь так же, как и в предыдущей комнате, есть ванная комната. Это очень удобно. Получается, слева у нас кухня, прямо спальня, а справа у нас комната для отдыха с телевизором. Можно посмотреть фильм перед сном. Ребят, я стала снеговиком. Можно еще стать снегопсом. Короче, как вам захочется. Для тусовки с друзьями можно обустроить эту комнатку. Уже будете фантазировать, как хотите. У нас еще освещение в виде сосулечек. Тоже прикольно смотрится. Новая мебель появилась. О, круто, елочки появились. Не надо теперь строить непонятно из каких деталей елки. Вишенка в снегу. Это как у нас возле школы локация. Конфетка. Просто здорово. Ледяная кроватка вообще крутая, она мне очень сильно понравилась. Кровать странная какая-то, а вот еще одна кроватка, шахта. Я бы не хотела такую кровать у себя дома, а вы, ребят, сами решаете. Вау, ребят, вы теперь можете строить замки, наподобие как сделан в ивент-локации. Очень здорово, фантазируйте и обустраивайте. Ребят, обнова с домом это хорошо, но у нас кроме этого сегодня в Adopt Me появились новые питомцы. Давайте быстренько посмотрим. Это снежный питомец за 99 баксов и степной лев за 25к пряников. Давайте купим Леву. Он такой квадратненький, на мой взгляд. Я предполагаю, таким внешним видом хотели показать, что он очень мощный и сильный. Так, он у нас какой? Редкий. Вот так он будет выглядеть в неоне, розовеньким светиться и в меге. И еще появился транспорт. Это снегоуборочная машина за 50к пряников. Гоу, подарочек заберем. И у нас уже 15-й день ивента. И мы сегодня получили клубничный пога. Еще у нас новая мини-игра. Это оленья гонка или погоня. В этой мини-игре можно участвовать самому на личке, в отличие от игры в снежки, там минимум 2 участника должно быть. 3, 2, 1, гоу! Полетели сквозь неоновый туннель. О, Санта теряет еще и подарочки по дороге. Она мне напоминает, как в прошлый Хэллоуин мы на байках гоняли. Только одно отличие, лайфхак не работает, как в прошлом году спрыгнуть с оленя не получается и догнать Санту до начала игры. Ну, вот как-то так. Ну что, ребят, можете написать в комментариях, как вам новый дом и обнова в Adopt Me. Дом мне понравился, интересно обустроен, мини-игры и пэты тоже прикольные. Мне пора идти прокачивать неон льва. Всем удачки и пока!